Полиция задержала 11 человек, которые вышли на акцию протеста в Махачкале. Жители редукторного поселка накануне перекрыли дорогу из-за частых отключений электроэнергии в их домах. Напомним, перебои со светом наблюдаются в эти дни практически во всех районах Махачкалы. Энергетики ссылаются на аномальную жару и большие нагрузки на трансформаторы. Однако людей эти объяснения не устраивают. В итоге к процессу подключается полиция. На группу митингующих были составлены протоколы об административном правонарушении. Им сделали замечание за агрессивное поведение и отпустили домой.